Людей божественные, священные зрячим помазанные, на не были воли упаки родите. Рабов своих новопросвященных водой, духом вольных и невольных грехов, оставления тем даровавые. Там, владыка, все старю благоутробнее, даруйте печать дара святаго, и сильно поклоняет от духа, и причащение святаго тела и честной крови Христа твоего. В обновленной жизни, ибо если мы соединены, то не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. Мир тебе, Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Аминь, Господи. Благодать, соблюдай милость и земли, нам бывает он очень родный, и это благословите, и прощайте, и святой, велико это имя Твое, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне присно, и веки веков, аминь. Владыка Господи, Боже наш, купели небес, и тебя не крещаем, подавая паки родивы, рабов Твоих, но просвященных водой и духов, вольных и невольных грехов, всем даровавые там, возложи на них руку Твою державную, и сохрани их. Или Твое благо, и не крадом обручение, сохрани из подобия земли, Твое благодарение, как и очищение наше, и до славы воссылаем от Твоей Сыну и Святому Духу, и не приснил веки веков, аминь. Мир тебе, Твоему, Твоему преклоните, Бога нашей тебе подгони с нами свою славу, сохрани их непобедимым подвижницами, прибыти на всю вражду, носящих на нее же и на нас, и твоим несленным и всем даст до конца победительницам, всем покажи, я как речь, и же миловать и спасай тебе, славу высылаем, чтобы начальным твоим отцом, и святым Богим твоя святым духом, и не присно, и во веки веков, аминь. Господу помолимся.
Человека любит Бог, если тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую и равенославнейшую, без сравнения, Серафим, без искления Бога Слова, лучшую, сущую Богородицу, тебя величина. Слава тебе, Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Иисус Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая, Своя Матери, Святых Славных, Пятихвальных Апостолов, всех святых и святых Твоих, Галины, Маргариты, Александры, Любови, святых праведных Бога Отец Акиман, и всех святых помилует и спаси от нас, и ко благо человека любит. Аминь. Аминь. Господи, мирное житие, здравие и во всем благое поспешение новопросвещенным рабом Твоим, Галине, Маргарите, Александре, Любови, и всем здесь предстоящим и молящимся. И сохрани их, Господи, на многое лето. Священных, с великим таинством принятия таинства. Желаю вам, чтобы вы те обеты, которые давали вы при крещении, отречение от сатаны, чтобы оно было не только в этот день, а во все дни своей жизни. Чтобы всегда нам плевать на Него. Всегда быть в соединении со Христом и любить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей. В
этом и заключается счастье наше. Ищем счастье. Вот счастье и там не находится нигде, а счастье только в Боге. Чем ближе будешь к Богу, тем счастье будет больше. Потому что Господь все дает, от Него все исходит. Ищите этого. Какие бы ни были печали в жизни, там и искушения, знаете, что Господь всегда во все дни с нами. Он так сказал: я никогда вас не оставлю. Как печально бывает родителям, когда дети бросают, уезжают куда-то далеко и уходят совсем. Родители скорбят. Отец наш Небесный тоже, когда мы уходим от Него, и ждет, когда мы вернемся. Поэтому не нужно этого делать, уходить свиным корытом, а потом ободранным, язв, возвращаться к Нему. Лучше всегда носить эту белоснежную одежду безгрешной. Этого я вам всем и желаю. Храни вас Господь. Всех благодарю за молитву, которая сегодня здесь с нами разделили. Спаси Господи. И будем молить, чтобы Господь еще продлил нам эту радость, и чтобы это было не последний год. Вот уже сколько мы, уже более 10 лет здесь радуемся на этой земле. Каждый год бывает у нас такой день. Первого года, да, было много, по несколько десятков было у нас крещение. В этом поменьше. Ну, не в этом. Даже один радуется, говорит, об одной овце найдено. Поэтому Богу нашему слава во веки. Аминь. Ну, так, собираем. Я заберу, а это все здесь как-то собрать надо. Сумку. Так, сумку это что? А, кадилка. Кадила, давай кадила, это. Кто там, чтобы это, облачение соберите? Сел в сумку, да? Нет, мокрое, ты вот так, так, да? Кадила, да нет. Чуть сколько не утонут. Да, хоругвий крест берите. Вот это такие, нигде на базаре таких не купить. Не купить. Берите. Мария, 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 Мария